А это что такое? А я почем знаю? Антонина Александровна велела. Тоня! Подожди, подожди, это не тащи. Тоня, ну что там в чемодане? Там все самое необходимое. Блок, Чехов, Толстой, ваш любимый Рильке. Что ж вы думаете, я на германской войне буду заниматься переводом с немецкого? Но вы же не с Рильке идете воевать. Ну хорошо, а вот там что такое? А там свитер из козьего пуха. Слушайте, ну зачем мне там свитер из козьего пуха? Не кричите на меня. Я собрала все, что смогла. Овечьи носки. Спасибо. Обо мне не беспокойтесь. А он? Он ждет с нетерпением своего часа. В конце концов, у меня есть отец, а у него дед. Юра! Юрий! А я не понимаю, у тебя же есть другая профессия. Пап. Ты же поэт. Да будь она трижды проклята, эта война. Поэт — это не профессия. А? Врач сейчас главный человек. Пусть солдат, конечно. Не пойму я, кого я больше люблю. Сына или зятя. Да хранит тебя Господь. Меня! Меня подождите! Подождите! Вот! Это тебе! От командора. Прочти на посвящение. Кстати, он тоже военным. Ему очень идет. Резидонт? Это что такое? Резидонт? Это ему очень нравятся твои строчки. И пахнет сырой резидой горизонт. Резевой! Серовато с охотой! Ну, похоже. Чуть! Червоточиной! Вот, теперь с его легкой руки мы тебя зовем все резидонт. Очень глупо. Он большой поэт, но еще больше актер. Да ладно, не сердись, он обожает твои стихи. Поехали, поехали! Не-не-не, я один. Один. Так, все присели на дорожку. Гордоша! Лиза, Маркел! Быстро, быстро, быстро! Фото на память! Так, улыбка!